Операція «Банк». Сьогодні вночі 40 невідомих спортивної статури захопили примісінько в центрі столиці банк, який начебто пов'язують із сином Януковича Олександром. Із самого ранку кілька російських телеканалів, звичайно, просили відео нападу. Мабуть, хотіли зробити черговий сюрреалістичний матеріал. Угу. Знаєш, взагалі-то не ограбили. Давай от будемо по правді говорити. Знаешь, что ты здесь занимаешься дезинформацией? Провокатор, да? Да, они зашли туда просто посидеть. Ну так, как-то, ну, зашли посидеть, устали ноги, надо было передохнуть с котом, конечно, по бутерброду скушать, сэндвич какой-нибудь там, знаете. С икрою. Так вот, вот, помидорку солью посыпать, вот, перекусить немножко, заморить червячка. Но самое интересное, друзья, что они зашли посидеть и заморить червячка в банк, председателем правления, президентом, а затем советником которого был бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Занятное совпадение, согласитесь. Оперативный Артур Зыков выяснил все подробности. Абзац в Киеве, смотрим. Ну что ж, при свете дня последствия ночных баталий налицо. Разбитые стекла, забаррикадированные окна, опустевшее помещение и закрытый вход в бизнес-центр. Ночью в помещении этого банка происходили, ну, очень странные вещи. До помещения подбегли 40 неведомых осіб. Одягнуті вони були в камуфляжну форму, обличчя були закриті масками, в руках в них були битки. Увірвавшись до приміщення, невідомі особи там забарикадувалися і почали трощити меблі. Саме цікаве, що ребята представились членами самооборони. Є предположення, що вони не хотіли ограбити банк, а намірювалися захватити приміщення і організувати там свій штаб. Что, ребята, закрыто, да? Не, я просто говорю, что там через дорогу еще есть помещение. Ну вот да, вот там. Не за что. Причем, что интересно, захватчиков сразу же разоблачили те же самообороновцы, которые прибыли на место вместе с милицией. И для самообороны такие случаи лжесотников уже не новость. Кожну ніч якісь дрібні інциденти бувають. Називаються, власне, самообороною, видумують сотні, тобто називаються існуючими сотнями. Там. Также, по словам милиции и самообороны, люди в масках разговаривали с явным московским акцентом. У певних вигуках и розмови було чути, що частина цього середовища належить до футбольних фанатів. Сленги були про футбольні теми, зокрема про те, що, можливо, в тому районі живуть представники клубу «Арсенал», і, можливо, вони підуть їх шукати. Тобто... Є в цій історії много маленьких і странних несостиковочок. От зачем футбольним фанатам захватувати банк, да ще й іменно этот, сразу же возле райотдела міліції, а? Банків в Києві є багато. І вибирати той банк, який знаходиться за 600 метрів від райвідділки міліції, це по меншій мірі нелогічно. Нелогично и то, что ребята ничегошеньки не украли и даже не пробовали. Просто себе побили окна, посидели 3 часика и добровольно сдались. Сдали 17 единиц зброї, проследовали в автобус и в подальшем были доставлені до Печерського управління столичної міліції. Но самое интересное, что вооруженных и опасных преступников, по сведениям самообороновцев, сразу же отпустили. Я, власне, бачив на власні очі, як виходили хлопці, які казали, що от я був там, інші, які чекали, я казав, от тебе вже випустують. Странно захватили, странно нічого не взяли, странно здались і також дуже странно сразу же освободились із райотдела. К чому би все это? Но, кажется, я начинаю понимать. Ні за що! Вот только представьте себе, за сегодняшний день на абзац позвонило 4 российских телеканала с просьбой одолжить сегодняшнее видео якобы ограбления банка. Я уже представляю себе, как эта информация будет сегодня вечером выглядеть на российских каналах, как это будет подано. Полсотни вооруженных бандеровцев начали грабить киевские банки. В Украине начался голод. Обнищавшие фашистов бандеровцы ищут в сейфах склады консерв и круп. Жгут деньги, чтобы согреться, и стреляют всех, кто разговаривает на русском языке. Они вооружены до зубов и расстреляют всех. О, кстати, а вот и канал «Россия-24» уже выпустил материальчик о киевском происшествии. На прямой связи с Киева сейчас по телефону.
телефону наш корреспондент Стас Натанзон. 20 вооруженных человек, которых на вооружении которых были автоматы Калашникова и пистолеты, ворвались в здание. После этого начали вскрывать хранилище, вскрывать сейфы этого банка. Предел в том, что Укрбизнесбанк является одним из уполномоченных на Украине банков выплачивать пенсии гражданам страны. На Украине практически они лишены каких-то серьезных силовых структур. Многие сотрудники милиции также были вынуждены уйти из органов под давлением людей с Майдана и из-за страха за собственную жизнь. На улицах даже нет постов, на дорогах даже нет постов милиции. Ну вот, собственно, что и следовало доказать.